Рыбакит, папа рисует. Привет, ребят. Сегодня ретро-вечеринка. Я вас приветствую, меня зовут Ваня. И я обычно, как всегда, собираюсь, так вот, нахожу какие-то рисуночки и думаю, а что бы мне их не обсудить, что бы мне не рассказать, что я про них думаю, почему бы этого не сделать. И я нашел еще часть рисуночков. Сегодня ретро-вечеринка посвящена Доте. Вот, это такая игра, и все, я думаю, отлично про нее знают. Те, кто не играет, они смотрят летсплей. А кто не смотрит летсплей, тот играет. А кто не играет и не смотрит летсплей, про нее просто слушают. Шуточки по всему интернету и по всему ютубу, все завалено в шуточках. И, в общем-то, насчет того, что и не очень умные люди дотеры, и нету у них друзей, подруг и так далее. Ну, это меня не очень интересует. Я хочу всегда коснуться своей темы, которая нравится мне лично. Если я вижу игру, или книгу, или журнал, или песню, или видеоклип, или просто какую-то картину, я смотрю с точки зрения того, нравится она мне, не нравится, почему и как она выглядит. В общем-то, всяческие арт-направления. Из-за этого я взял и нарисовал несколько героев из Доты. Я нашел какие-то скетчи, фотографии, 3D-съемки этих героев и попробовал их нарисовать в своем немножко стиле, когда маркером я рисую быстренько, при этом я болтаю, а после этого я расскажу масляной пастелью. Если вы хотите и вы любите Доту и вам нравятся разные герои, вы можете нарисовать там, повторять или продолжать. Вот таких вот Магры-Орги, кажется, их зовут. Я даже не знаю, как всех зовут, но, ну, всех не знаю, но некоторых знаю. Ну, вот эта вот девушка мне очень понравилась. Я выбрал там десяток, но не нарисовал этот десяток, нарисовал несколько человек, всего лишь героев. Вот эта вот красивая, да, девушка такая эльф. Эльфийка какая-то зеленая или гринпис какой-то. В общем, мне она нравится, потому что она роза, рыжая. При этом зеленые глаза, все это сочетается. И, конечно же, быстрота и сила. Вот. В общем, мне нравится то, что они все разнообразные. Вот сейчас вы посмотрите. Ролик займет 1-2 минуты, а вы посмотрите, их много, они разные, и они радуют глаз, если нарисовать их несколько в альбоме, например. Это красиво смотрится. Можно повесить вот такую эльфийскую мордочку к себе на стенку, тоже весело. Или просто в альбоме себе нарисовать или в тетрадке. Да, это какой-то темный эльф или Фрози какой-нибудь. О, это парень. Я взял специально 10 девушек и 10 мальчиков, ну, юношей, но мужского и женского пола. Но почему-то я всех, в общем-то, не нарисовал. Жалко. Но когда рисовал, старался тоже. Того мальчика-девочку, мальчика-девочку. Он такой парень классный. Брутальный такой парень. Прям хочется сказать так, так. Красный, как обезьяна. Так, это еще одна. Это, наверное, какая-то Queen of Pain или Queen of Rain. Что-то я помню, вот я помню, я рисовал. И все эти рисунки, которые я сейчас смотрю, вы можете найти как бы на моем канале. Несложно их найти, посмотреть. Можно набрать в поисковике Рыбакит Дота и посмотреть, как я это рисую. В прямом эфире посмотреть, как, ну, не в прямом эфире, а в записи, имеется в виду, что как я это все там, в жизни рисую, ничего не должен. Кажется, минут 10-15 каждый рисуночек занимает, и какая-то тоже, это девушка, хотя плохо видно. Ну, на такой вот крыса броне, крыса-мыши, она едет, у нее такие вот, ну, все это в скетчном варианте, но такие вот мечи. Я старался похоже рисовать, конечно, чтобы было узнаваемо. О, вот этот парень мне нравится. Прям хороший такой. Бух. Наверное, вот в будущем на своем канале Art Game Boy, который вы можете как бы подписаться и посмотреть, где я играю и рисую, тоже я вот хочу разобрать всякие вот эти вот моменты графических, интересных моменты, графических игр, графически интересные моменты. Как это все красиво выглядит, какие мне нравятся, какие не нравятся, почему я хочу таких персонажей видеть, почему другие. В общем, хочу там обсуждать, наверняка я туда там вернусь и к Доте тоже вернусь и порисую еще этих персонажей, вероятно, там будет этот проект. Вот этот мне больше всего, наверное, нравится, такой он, тем, что он такой прям, ну, сплоченный прям зверь, но и человекоподобный. Вот этот вот дизайн мне как раз нравится, вот этот вот такой, ух. Или это бык, или это кобыла, или это какое-то животное. Но крутое. И заканчивается таким папуасиком. Веселеньким.
Вот, так что наверняка, если я найду какого-то друга, который очень-очень увлечен дотой и может играть мне побольше, подольше, ему рассказать мне чего-нибудь побольше, причем это все в онлайне, вероятно, я порисую с ним тоже, он будет играть, а я буду рисовать, и мы будем обсуждать некоторых персонажей. Такой вот задел на будущее, вероятно, в ближайшее время это может и появится на новом канале Art Game Boy, где вы можете посмотреть, как я рисую видеоигры, потому что на вот этом канале Рыбакит я теперь стараюсь все больше в детскую тематику, больше простого, больше яркого, сочного, но не такого, чтобы игроманов, и вот свое увлечение играми я, наверное, отнесу к другому каналу, который называется Art Game Boy. Собственно, все, ребят. Такая вот, спасибо, что посмотрели такую маленькую ретро-вечеринку. Вот такие рисуночки вы можете повторить, посмотреть и повторить. Я буду рад, если вы мне пришлете какой-то фидбэк в группу ВКонтакте, к примеру. Можете просто выложить свои новости, к примеру. Я их опубликую, и другие ребята увидят, как вы рисуете, как вы стараетесь и что у вас получается. Все. До новых встреч. Удачи в рисовании, в бою. Тащите. И пока-пока.